Ремонта деформационных швов на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта начался в Уральске. Работы проходят в три этапа. По информации специалистов, планируется восстановить более 17 тысяч метров швов. На каком этапе ремонтные работы, выясняли наши корреспонденты. Деформационные швы разделяют бетонные плиты на взлетно-посадочной полосе. Они необходимы для компенсации температурных изменений, колебаний и нагрузок, возникающих при эксплуатации полосы, чтобы предотвратить трещины и деформации поверхности. В этом году запланировано отремонтировать более 17 тысяч метров швов, из которых на данный момент выполнено 3,5 тысячи метров. Работы проходят в три этапа. Сначала это зачистка, удаление старых деформационных швов, затем продувка, укладка нового уплотнительного шнура, обработка герметиком и затем заливка битумно-полимерной, герметизация битумно-полимерной мастикой БПГ-35. Когда началась работа? Работы начались с 13 августа. Вот, и планируется закончить в конце сентября. Работы выполняются специалистами аэропорта совместно с сотрудниками специализированной организации. Контроль за процессом осуществляет ведущий инженер аэродромной службы. По его словам, технология и качество работ полностью соответствуют действующим строительным нормам и правилам. Работа проводится хорошо, очень качественно. Фирма, видно, что все профессионалы, хорошие знатоки своих дел. Быстро, качественно. Сейчас на данный момент мы почистили 17 километров деформационного шва. И уже около 7 тысяч мы обратно его залили. Ну, соответственно, с уложением шва, с грунтовкой, непосредственно ступенью. Стоит отметить, ремонтные работы проводятся в режиме окна, чтобы не препятствовать взлету и посадке воздушных судов. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагапар, телеканал ТДК-42.